На самом деле, я считаю, что ко мне приходят, чтобы танцевать. Но, естественно, я считаю, что это прежде всего показать себя перед зрителями. Они рассчитывают, ну, я думаю, на что-то больше, засветиться, потому что ЦСКА – это такой клуб, как бы сюда приходят известные люди. Я считаю, что они на что-то рассчитывают, что, может быть, там с кем-то познакомиться, как-то там куда-то дальше, потому что снимают и в журналах фотографируют, и передачи разных снимают. Почти все девчонки занимаются как бы художественной гимнастикой, они каждый месяц получают зарплату. Старенькие девочки получают чуть больше, а новенькие, естественно, поменьше. Я думаю, что я сексуальна. Ну, я думаю, что... Ну, я считаю, наверное, что я все-таки сексуальна. Конечно. Я считаю себя очень сексуальной. Каждая девушка себя считает сексуальной. Конечно. В первую очередь сексуальность и... То есть... Девчонка должна себя уметь показать. То есть она должна быть, она должна быть женственной. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, под ваши аплодисменты мы начинаем! Группа поддержки ЦСКА. We'll be right back.